Привет, бро, меня зовут Пози, и сегодня мы с тобой поиграем в Waterpark в Роблоксе, а именно будем кататься на различных гигантских горках в Роблоксе, и посмотри на этот парк, как он улетно выглядит. Итак, мы с тобой появились на спавне, впрочем, как и обычно, здесь какая-то толпень людей стоит. Итак, идем вперед к этому единорожке, или кто это такой? Это вроде бы у нас вамбал, это такой как бы дельфин, у которого рог из башки растет. Приветствую тебя, как твои дела? Давай с тобой пообщаемся, добро пожаловать в Роблоксиан Waterpark. Привет, что мне здесь делать? Ты должен делать слайды и плавать. Окей, хорошо, пойдем с тобой поплаваем, посмотрим, что же здесь есть прикольненького. Давай посмотрим, на какую горку мы с самого начала пойдем. Я предлагаю подняться вот по этой спиральке и спрыгнуть в бассейн. Хотя нет, стоп, здесь даже для этого есть специально вот этот пирс. А, нет, это специально для спасателей Малибу, но в любом случае, сейчас залезу на него и прыгну вниз. О, да. Воу! Здесь такая необычная динамика плавания. Я такое впервые вижу в Роблоксе. Хотя нет, кого я обманываю, я такое уже видел, но в любом случае это очень круто. Я очень необычно плаваю. Здесь другие ребятки плавают вместе со мной. Ладно, выбираемся, дружище. За мной, беги за мной. Смотри, сейчас я тебе покажу эту улетную лестницу. Какая же она огромная. А вот тот самый пирс. Итак, давай с него прям плюхнемся. Не знаю почему, но меня это почему-то забавляет немного, потому что он так забавно плавает, как какая-то морская свинка. Не знаю, почему мне пришла в голову морская свинка, но он реально похож на морскую свинку, когда так плавает. А, давай, поднимаемся выше. Давай, дружище, шевели своими ногами. Видишь, он как-то спотыкается. Ему лень подниматься наверх, он не хочет прыгать и плавать в аквапарке. Я жду не дождусь лета, когда уже нормально поплаваю во всяких парках и прочее. Нет, не в тех парках, где уточки плавают, а в аквапарках. И кажется, я забрался немного не туда. Я забрался на какое-то дерево, и сейчас я на самой высокой вышке, которая здесь находится. То есть дальше уже идут у нас аквагорки. Да, нужно однозначно туда как-то запрыгнуть, тогда мне придется упасть на пирс и опять плюхнуться в воду. Я немножечко промазал с лестницей, только теперь мне осталось определиться, как туда подняться? Здесь нужна какая-то машина, потому что парк здоровенный, и чтобы добраться из одной точки в другую точку, тебе нужно потратить очень много времени. Ты это заметил? Здесь стемнело просто моментально. Только что же было солнце, и тут бас, луна взошла. Нет, луну я пока что не вижу, но в любом случае, хоп, и резко стемнело. Как-то так, так вообще не делается. Забирайся по лесенке, и это, похоже, первая горочка. Какая-то странная горочка. Вау! Офигеть, 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 что происходит? Вау! Я думал, я просто полечу вниз. Вау! Это самый крутой аквапарк в Роблоксе. До следующей долечу или прямо в бассейн? Прямо в бассейн! Вау! Вот это я жахнулся! Что произошло? У меня вид от первого лица, я тону, помогите! Вот это был вообще неждан! Здесь также установлены какие-то магазинчики, лайфгвард, живая защита, мне кажется, это что-то связанное с панцирем, да. С панцирем черепашки. Если я куплю живую защиту, то я буду похож на черепашку-ниндзя. А мы не хотим быть похожими на черепашку-ниндзя. Мы хотим кататься на горочках. Черепашка на горочках, это будет достаточно странно. И где лестница? Я не вижу лестницы. А, вот она. Как я ее не заметил вообще? О, здесь еще одна горка! Стоп. Давай вначале скатимся на какой-нибудь из этих горочек. Предлагаю скатиться на... На синей горочке. Почему бы нет? Она выглядит очень эпично. Я ничего не вижу! Я не вижу, куда я лечу! Прямо в бассейн! Оу! Ладно, опять мне долго придется подниматься. Куда это меня телепортировало? Я зашел в какой-то портал и очутился на самом верху. Также я хочу прокатиться вон на той горочке. Там уже кто-то полетел вниз. Она самая большая здесь. Вау, надо обязательно до туда добраться. Так, тогда на чем мы сейчас с тобой поедем вниз? Здесь есть туннельчик, и он у нас выходит дальше в открытый верх, в открытое небо. А также здесь есть вот такая стеклянная горочка, которая тоже достаточно длинная. На чем же проехать? На чем же проехать? Слишком сложный выбор, здесь три горочки сразу. Ладно, давай вначале спустимся вот по тому туннельчику, потому что на открытом пространстве мы уже с тобой летали, а вот в туннельчике мы еще с тобой не катались. Поэтому ты готов? Ты готов спуститься вниз по этому туннельчику? Я готов!
вау, это такая крутая планета. Там какие-то тропики. Обязательно до туда когда-нибудь сбегаю, пропутешествую туда. Хотя это не точно. Поехали вниз! Где я? Где я? Где я? Что происходит? А я, кстати, могу здесь управлять, как-то рулить? Нет, я не могу рулить! Я вообще ничего не делаю, он просто сам едет вниз по этим туннелям! Я вообще не вижу, где я еду! Так, кажется, я смотрю вниз, я вижу какую-то дорожку, вижу капельки воды и... Опять вылетел в бассейн! Это очень эпично! Так, нужно встать, и теперь давай с тобой пойдем на самую большую горку. Где она у нас находится? Давай вначале сориентируемся. Опа! Рассвет! Вот это нежданчик! Кажется, самая высокая горка находится с той стороны. Давай на всякий случай телепортируемся и еще раз посмотрим. Нет, я немного ошибся. Чтобы туда забраться, нам нужно подойти... В сторону садика. Да, скорее всего, в сторону садика. Хотя, я в этом не уверен. Теперь настала очередь этой горки. Е-бой! Воу! Воу! Вот это завороты, я понимаю. Ну, это было как-то скучновато. Та с туннельчиками была повеселее. И вот та самая лестница, которая ведет нас к этой огромной горке. И нам нужно вначале зайти через этот телепорт, чтобы телепортироваться на самый верх. И как только мы с тобой телепортируемся, мы попробуем самую эпичную горку на скорость. Точнее, устроим ей краш-тест. Вот, я на самой высокой точке на карте нахожусь. Что это за горка такая? Какие-то туннели, которые спускаются прямо в туалет. Слушай, а может быть вообще на голубой? Там еще и такие трамплинчики есть. А это что такое? Это телепорт, кажется, вниз, хотя я не уверен. Здесь несколько горочек. Я предлагаю вначале съехать вот на этой горочке. То есть, если что, мы обратно поднимемся вверх и... Это очень эпичный спуск! Я под каким-то островом приезжаю. Уу, остров наверху, как я заеду наверх? Это против физики, это против правил. Как я сюда заезжаю? Вон, смотри, вон там уже бассейн находится. Эта горка очень длинная. Самая длинная горка, на которой мы с тобой катались в этом парке. Но мне кажется, есть еще длиннее. Упс, я ударился об другую горку. И если бы так было в реальности, то мне кажется, я бы уже давно разбился. Поэтому это не круто. Парк не прошел проверку. Ну а сейчас мы с тобой проедем по этому туннельчику. И спустимся прямо в сортирик. Поехали! Уу! Такая крутая подсветка здесь. Это, наверное, солнце светит в эти прощелины. И появляется вот такая... Такая вот подсветочка. И теперь давай, в туннельчик, я долечу, я долечу. Опс, кажется, я застрял. Да, у меня тут небольшие проблемки. Может быть, я могу как-то перекатиться или могу как-то подвигаться. Опа, чё-то как-то все сломалось. Ладно, поехали вниз дальше. Едем на зеленой горочке. О, тут какие-то горки. Это гора Олимп справа от меня была. Это вам такая небольшая экскурсия. И опять бассейн. Ребятки, как отжигаем? Как отжигаем? Как мы здесь тусуемся? Согласитесь, это очень круто. И теперь давай с тобой пойдем на другие горки. Вот в этот телепорт я еще ни разу не заходил. Давай на него тоже посмотрим. Это у нас VIP-телепорт какой-то. Воу, этот VIP-телепорт меня телепортировал на самую высокую точку на этой карте! Если я упаду вниз, то я 100% разобьюсь. Ты что здесь делаешь? Почему ты бегаешь на одном месте? Здесь двери не открываются, может быть, как-то можно обойти? Хотя я не уверен. Может быть, это скала? Скала богов? Но туда доступ разрешен только для VIP-игроков. К сожалению, у меня здесь нет VIP-ки, поэтому давай попытаемся допрыгнуть до голубой горки! Давай, я долечу! Промазал, упал вниз и не разбился. Какой же я странный. Кстати, я хотел бы себе такой же домик. Он очень прикольно выглядит. Давай в него зайдем, посмотрим на эти апартаментики, посмотрим, какие здесь картины висят. Там еще кто-то живет, там какой-то чувак стоит. Ну-ка, я зайду к себе в дом, ты, надеюсь, не против, дружище. Вау, это его телевизор, точнее, его прожектор. У него двухэтажная квартира, это очень круто. Давай поднимемся на второй этаж, и у него прекрасный вид. У него прекрасный вид на весь этот парк. Выйдем на этот балкончик, посидим на диванчике. Да, здесь можно посидеть на диванчике, отдохнуть, посмотреть на этот волшебный фонтанчик. Я хотел бы себе такой же домик, это очень круто, я ему завидую. Ну что ж, давай тогда обратно наверх телепортируемся и прокатимся на последней, самой экшоновой горочке в этом парке. Опять стемнело! Что здесь происходит?
Здесь какой-то очень странный день. То темнеет, то светлеет, то опять темнеет. Что-то здесь явно не так. Здесь замешаны потусторонние силы. Нам потребуется этот ролик приправить немножечко лайкосиками. А что это за комната? Я хочу сюда встать. Может быть, меня реально куда-то... Телепортирует! Это новая горка! Где я еду? Где я еду? Я вообще не понимаю, я ничего не вижу! Я где-то там на воздухе летаю! Куда я вылечу? Куда я вылечу сейчас? Я еду вверх ногами, ты понимаешь? Я еду вверх ногами! А, нет, все нормально, я еду не вверх ногами. Это стеклянная горка! Эй, я теряю свой разгон, нужно немножечко поднажать. Давай, дружище, напрягай свою задницу, едь быстрее! Перепрыгнули на соседнюю горочку и вылетаем в бассейн! Пау! Эпичное приземление. Божечки мой, я так сильно хочу в аквапарк. Реально, на таких горках бы в реальности покататься. Это было бы очень круто. Ну, правда, не на той горке, где мы с тобой вылетели на другую горку и чуть не разбились. Но на этой бы я покатался. Итак, поехали вниз. Здесь очень красивые виды. Очень красивое звездное небо. Там еще и облака видны. О, да, я просто катаюсь на горочке и смотрю на звездное небо. Как же это красиво! Какой здесь свежий воздух и бассейн! Чем я занимаюсь? Ну что ж, бро, сегодня мы с тобой поиграли в аквапарк в Роблоксе. Надеюсь, тебе понравился этот ролик. Если хочешь больше подобных режимов, то обязательно поставь свой лайк и подпишись на канал, если ты еще не подписан. Оставайся таким же крутым и веселым, и увидимся с тобой в следующих видео. Адьос! Playtime!